Вот так оно бывает в нашей жизни, братья и сестры. Нелегко сохранять постоянную позицию веры. Нелегко. Особенно, когда со всех сторон по рукам бьют. Особенно, когда со всех сторон насмешки, унижения. Я помню свидетельство за двоих сестричек. Они из Советского Союза переехали в Америку на постоянное место жительства. Ну, родители уезжали, а эти девушки 17 и 19 лет, вот такой возраст, члены церкви, скромные, богобоязненные, верующие настоящие, переехали туда и попадают в либеральную такую модерную общину, где люди Бога многие не знают, далеко отступили от Бога, не разберешь, верующие это люди или неверующие, зайдешь в собрание, в клуб я попал или куда я попал. Вот такое состояние. Придут девушки это на молодежное собрание, косички у них, они скромно одеты, а тут все такие пестрые, все такое позорное, нецеломудренное. И они стараются сохранять себя в таком виде. А молодежь насмехается над ним. Что, святоши, что вы, как монашки вырядились здесь. Ох, святоши. И унижают их. И день, и второй, и месяц, и полгода. А когда они приехали туда, своего транспорта нету, а нужно добираться на собрание туда. И вот придут эти девушки на собрание, а назад уже темно ехать. А эти модерные такие молодежь, они говорят, не садись со мной в машину. Хлоп, дверку закрыли и уехали. Девушки пошли пешком. Их не хотят даже подвезти. Почему? Они в длинных юбках, они не в брюках. Они не крашены, не стрижены, не щипаны. Они свято ведут себя, а их жизнь обличает вот эту всю публику, потерявшую стыд и страх Божий, и веру, обличает. И эти сестрички придут домой и плачут. Плачут не о том, что их обидели или унижали, а плачут о состоянии этих людей. И молятся: «Господи, пошли сюда братьев в нашу общину, которые бы слово проповедовали, чтобы здесь покаяние было, чтобы здесь очищение было». Вы знаете, эти две сестрички 2 года постились и молились. А 2 года над ними издевались и смеялись. Это нелегко было. Выдержать вот такой натиск, вот такой шквал. И от кого? От тех, кто носит имя верующих. Не от тех, которые в мире вообще безбожники, живут там, и для них все Божье чуждо и дико, и фанатично. А те, которые носят имя Христа. И вы знаете, через 2 года Бог послал наших братьев. Приехали туда братья, проповедовали Слово Божие. И в народе Божьем началось движение. Люди устыдились своего отступления, устыдились своей дружбы с миром, устыдились того, что они сроднились с этим миром, начались покаяния. Ихняя церковь приняла решение очищение провести, пригласить братьев, чтобы привести в порядок свою жизнь, покаяние. Сразу все начало меняться в церкви, и сегодня эта церковь в нашем братстве, которые идут Божьим путем, и сестрички там, и теперь другая жизнь. Это нелегко сохранить вот эту позицию, позицию веры. Как это нелегко? Подписывайтесь на наш канал «Примеры из жизни» и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог.